Представьте себе ситуацию, что Литвин не подписал. Хорошо, что будет пишет делать? Следующий спикер. Для этого нужно изменить регламент. Если он не подпишет хорошо, изменение придется, к регламенту. Хорошо, придется изменять регламент. То есть в данном случае он не может сейчас не подписать как минимум закон об изменении закона проекта. Но он его не подписал еще. Он еще не подписал регламента. Что потому что если делать? Даже он может какие-то претензии предъявить в отношении закона о языках, что якобы не была соблюдена процедура, то в отношении закона Забарского он сказать этого не Представьте может. Представьте себе, что Литвин пошел по беспределу и не подписывает закон о изменении регламента. Вот ваши действия. Суд? Вопрос в этом. Ну, вряд ли, я думаю, что судебная инстанция здесь поможет, мы теряем время. В любом случае, я еще раз допрос. Обращаю ваше внимание, что сегодня фракция собирала подписи под обращением в Конституционный суд. Если господину Литвину мало будет регламента, то я думаю, что все-таки авторитет Конституционного суда перевесит.